Я люблю приезжать незадолго, за полчасика приехать, чтобы даже какой-то был элемент спешки. Не люблю ждать. А вот когда диктор объявляет, звучит третий звонок. Вот это, наверное, пик. Что, поехали? Меня зовут Давид. Я музыкант, скрипач. Когда я был маленьким, когда я еще не говорил слово «мама» или «папа», на одном из каналов шла реклама. После этой рекламы ту мелодию, которая звучала, я пропел абсолютно чисто. И тогда крест на моей спортивной карьере, о чем я мечтал, конечно, впоследствии, был абсолютно поставлен. И отец, услышав, что мелодия так спета, он сразу понял, что другого пути, кроме того, чтобы быть музыкантом, быть скрипачом, а отец у меня скрипач, у меня не было. Поэтому с 4 лет я играю на скрипке и впервые взял скрипку именно в этом возрасте. Конкурс Чайковского – это самый престижный конкурс из ныне существующих. И тем более для человека, который родился в России, который сам лично присутствовал на прошлых конкурсах, безусловно, это мечта – сыграть там и проявить себя. Моя мечта появилась с самого детства. Правда, когда ты берешь в руки скрипку, первое, что ты думаешь, о том, что когда-то ты сыграешь на этом конкурсе. Поэтому, безусловно, для меня это веха в жизни, которой я долго-долго-долго шел. И для меня это оптимальный возраст. Дэвид Ардучанян. Сразу был абсолютно слух, у него были потрясающие пальчики, там есть тонкости по определению рук, по подушкам, там, по толщине подушечек, вот у него все это было. Он был очень активный, то есть это уже подразумевало, что это будет эмоциональный такой яркий, если получится, даст Бог, музыкант. Выбора у меня не было, поэтому занимался с папой чуть больше 2 лет. Он маленький, но он большой человек. Он уже знает, что ему нравится, что мне нравится. Ему нравится футбол. Хорошо, сынок, мы с тобой сейчас позанимаемся и будем вместе в футбол играть. Для него это высший пилотаж. Ему нравились киндер-сюрпризы. Мы договаривались, что после каждого занятия киндер-сюрприз. Машинки. Машинки ему нравились. То есть мотивация постоянно менялась. Постоянно менялась, чтобы это было интересно ему. И таким образом он занимался каждый день по 3 часа. От 3 часов. С 4 и 5 месяцев. Сломал смычки, злился, ругался. Ну, смычки ломал так. Выговаривал папу я. Смычок сломался, он эксперимент делал. Выдержи смычок ногу его или не выдержи. Смычок не выдержал. И он позвонил мне по телефону, я был на работе. Говорит, папа, я смычок сломал. Я говорю, хорошо, новую купим. Thank you.
главный критик моей семьи – это мой отец, потому что если он пришел на концерт и сказал, что я сыграл хорошо, значит, это было гениально. Я лауреат престижных международных конкурсов. Я преподаю в Московской государственной консерватории имени Чайковского. И, конечно, для меня это является подтверждением того, что тот выбор, который когда-то был сделан мной, он оказался правильным. Я жил около футбольной площадки, и многие мои друзья, они знали, что до 5 часов я занимаюсь, и футбол могу играть только позже. Они всегда, когда проходили мимо, они мне кричали: «Давид, выходи». А выйти я не мог, занимаюсь, потому что время еще не настало. И я был вынужден бросать им свой футбольный мяч. Для меня, конечно, это была трагедия. Они шли играть в футбол. Любой музыкант, артист, неважно, ставит базу в детстве. Это то, что необходимо для дальнейшего роста. Если базы нет, дальше как-то развиваться крайне сложно. Времени, когда два профессионала занимаются много и часто, они начинают предслышать друг друга, они начинают предчувствовать какие-то мысли, какие-то предложения чисто музыкантские, которые возникают в процессе. То есть мы с Давидом, когда занимаемся, мы о многих вещах не договариваемся, и это здорово, так должно быть. Целевая аудитория классической музыки, она достаточно узкая. И да, конечно, залы не всегда полные, конкурировать с популярной музыкой, с музыкой очень сложно. Но все равно есть люди, есть большой пласт людей, которые ходили, ходят и будут ходить. И будут, тем не менее, делать все для того, чтобы музыка эта не умирала, а становилась только более популярной. Надо бороться за молодежь. Сейчас, к сожалению, в залах много седых голов. Нужно понимать, что рано или поздно они уйдут, а кто придет на замену. И вот за молодежь, безусловно, нужно бороться. У каждого своя интерпретация, как правильно, как нет, вообще не угадаешь. Вот играешь на конкурсе, сидит 12 человек. Со всего мира. Но кому ты угодишь? Одному угодишь, второму нет. И чего, и как быть? Да никак. Знаешь, есть музыканты, про которых говорят, конкурсный музыкант.
вот то, как он играет, аккуратно, чисто, ритмически верно, там звук, звукоизвлечение, вот все для конкурса. Я никогда не был конкурсным музыкантом, потому что с моими интерпретациями можно не согласиться, и не соглашаются. А бывает, вот входит человек, да, он играет вот так, как вот учили, так, как он научен, так, как будто бы правильно, с их точки зрения, с точки зрения школы. А когда выходишь ты, и ты на сцене не просто конкурсант, ты музыкант, кому-то это все равно, может, это не понравится. Бывает, когда контакт с публикой найти проще, бывает, когда сложнее. И ты все это чувствуешь только тогда, когда ты на сцене. Ты не можешь предугадать, что будет там. Ты просто об этом не знаешь. Ты выходишь на сцену, и с первой ноты ты понимаешь то отношение, которое есть к тебе как музыканту, как человеку, как личности, настоящему на сцене. И бывает, что играть очень непросто. Бывает, ты чувствуешь, что надежды людей, которые пришли, а у них есть надежды. Ведь они пришли, их не волнует. Летел ты на концерт, как ты себя чувствуешь? Есть ли у тебя температура? Есть ли у тебя какие-то проблемы в личной жизни? Какие-то физические проблемы? Они пришли, и они ожидают услышать то, к чему они сами себя подготовили. И поэтому ты иногда чувствуешь, что когда их ожидания совпадают с реальностью, а когда нет, когда есть некий элемент расстройства. Всего себя, эмоции ты оставляешь там. А после сцены единственное, что ты чувствуешь, это пустота, которая есть внутри. Как будто тебя вот выскоблили вот все то, что было. И плохое, и хорошее. Ты сидишь просто пустой. Второй палец. Да. Ну большой палец, полукругом. Вот. И вот ты вот поставила вот так вот, опусти, вот оставь большой палец, поставь себе второй. То есть вот это вот неправильно, это называется за спиной, вот как ты ведешь вот так часто. Тебе прям хочется постоянно, почему, не знаю почему, за спиной. Либо вот так, это за ухо. Соответственно, ты видишь, у тебя качество звука становится хуже. Поэтому вот серединка, и все, и поехала. Вот, ты должна ее разгибать. Разгибание на трицепс. Ты на блоке стоишь, вот, что ты делаешь? Разогнул, вот, и туда же. Вот. Да, ну, получше стало, да. Я не могу взять и сыграть просто то, что написано в нотах. Никто бы никогда бы не ходил на концерт, если бы все играли то, что написано в нотах. Это фабула, которая очень важна, это база. Но вот что ты в эту фабулу вложишь, какое ты состояние туда поместишь, вот это уже важно. Сцене, и где-то там в глубине может что-то появиться. Какое-то такое, знаешь, чувство, что хочется немножко большего, а ты вынужден играть немножко в других условиях. Но это скорее моя личная трагедия, с которой нужно работать. Так это неправильно, так быть не должно. Но не сразу Москва строилась. То есть, опять же, значит, ты что-то делаешь не так. Значит, ты не почувствовал
ну, скажем так, энергию того времени, в котором ты родился. Никто не виноват, что ты не родился как бы, да, в начале, там, не знаю, века, когда было очень мало музыкантов, гораздо меньше, чем сейчас. Эта профессия, в принципе, не была столь популярна. Сейчас она гораздо более популярна, да, арт-рынок, он в чем-то переполнен. Но, опять же, нужно понимать, что, может быть, на квадратный километр Москвы этих музыкантов много, но стоит выйти за пределы столицы, и нет вообще ничего. Талант и трудолюбие – это вот два самых главных фактора. Мое личное счастье реально зависит от того, насколько я вот хорошо играю, нехорошо, не знаю, как это сказать верно, но насколько вот я на своем месте. Для меня это крайне важно. Как звучало? Ну, давайте послушаем. Однажды у меня был случай, когда на тот момент у меня были весьма своеобразные музыкальные предпочтения. Мне нравилась очень Бритни Спирс. А моей знакомой нравился рэпер Децл. И вот однажды мы устроили спор, кто круче. Победителя выявлено не было. Ну, наше поведение посчитали ужасным. Нас выгнали обоих из класса. А что за урок?
сольфеджио. Мною ненавистное тогда. 250 заявок, скрипачи. А вот будет лажа, если вот не пропустишь. Знаешь, как это обидно? Вот фильм себе снимаете, снимаете. У меня однажды был случай, когда мне поставили 3 двойки. Причем в этой школе, вот где мы сейчас находимся. За один урок. Неподготовленное домашнее задание, плохая контрольная работа и поведение. Подготовка конкурса идет полным ходом. Очень много концертов, очень много репетиций, очень много встреч. Очень много надежд, которые связаны с тем конкурсом, который пройдет в июне. Для меня очень важно, чтобы в моей жизни ничего не было зря. Это вот главный страх, который у меня есть. Однажды проснуться и понять, что вот если бы я поступил как-то иначе, все было бы по-другому. Я очень не хочу себя винить в этом. Поэтому я готов многим пожертвовать, многое отдать для того, чтобы у меня все получилось. Но без конкурса вполне можно обойтись. Потому что ведь главная задача конкурса – это не приехать и выиграть деньги. Главное – это приехать и получить концерты, ангажементы, сыграть так, чтобы тебя заметили. Но таких конкурсов, которые дают тебе такую огромную карьеру, их не так много. Да, это конкурс имени Чайковского, это конкурс имени королевы Елизаветы. Их совсем немного. Но при всем при этом можно обойтись и без них. Бывали случаи, когда музыкантов замечали на обычных концертах, и замечали порой, когда они играли на улице, и они строили большую карьеру. Если Бог посчитает нужным, что ты готов к карьере, и то, что ты достоин ее, тогда, безусловно, она у тебя будет. Но если нет, как бы ты ни старался, увы, но ничего не получится, потому что пойти против Бога нельзя. Мне самому странно это говорить, но так оно и есть. Щедро и милостив Господь, благотерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Бывает, в церкви играешь, и порой такие игры страшнее, чем в большом огромном зале. Все бывает. Все бывает.
никогда о них не думаю о поражении. Поэтому для меня очень часто поражение – это трагедия. У меня даже был такой случай. Я летал на конкурс, он был неудачным. Хотя я понимал, что я должен быть первым, но он был неудачным, я плохо летал. Когда я приехал, у меня случились проблемы со здоровьем. Гипертонический криз, очень высокое давление на нервной почве. Потому что для меня это была трагедия. Я не ожидал, что может сложиться именно вот так. На нашем канале дневник международного конкурса имени Чайковского. Сегодня на московских площадках в борьбу вступили пианисты и скрипачи. Именно эти две специальности – фортепиано и скрипка – стояли у истоков конкурса Чайковского в 1958 году. На нынешнем конкурсе к первому туру допущены 23 скрипача. Это музыканты из стран Европы, Японии, Кореи и США. Пусто. Когда ты вот чего-то ждешь, ты уже горишь внутри, потом тебе говорят, что нет. В следующий раз, а может быть не в следующий раз, может быть такого у тебя больше никогда не будет. Пусто. То, что наполняло меня и являлось смыслом, может быть не в жизни, конечно, а именно в профессии, вдруг этот смысл был утерян. Поэтому было тяжело и непросто. Я предан скрипке, поэтому для меня просто это очень важно. В моем идеальном мире, вот те события, которые со мной происходили, я начал преподавать в консерватории. Я побеждал на тех конкурсах, о которых всегда хотел. Я начал играть в квартете, первой скрипкой. То, о чем я мечтал и о чем я так долго думал, в моей жизни эти вещи начали происходить. Но в моем идеальном мире последнее, о чем я так очень-очень хотел, это был конкурс имени Чайковского. И не просто участие, а как минимум победа. И поэтому для меня то, что я не прошел туда, для меня это было болезненно и послужило большим испытанием. Что ты Богу сказал? Я извинился за то, что так получилось. Потому что всегда я виню во всем себя. Какие бы ни были причины, но, видимо, я мог дать больше. На каком-то этапе я был очень самоуверен в том, что все будет в порядке. Что я, моя запись окажется в числе тех записей, которые прошли отбор. Я возвращаюсь к этим мыслям часто. Думаю, переживаю. Пройдет. Все проходит. И это тоже пройдет, да? Конкурсный музыкант – это целый набор качеств. Это умение себя организовать. Это умение собраться в нужный момент. Это невероятная трудоспособность. Это нервы, как канаты. Это желание доказывать, что ты лучший. Это желание эволюционировать, если даже конкурс как-то складывается не так. То есть я имею в виду, что если вдруг какое-то состязание музыкальное проходит не по твоему сценарию, самое главное не этот конкретный результат, как ни странно, а желание участвовать дальше. Ну, не получилось один раз, получится в следующий раз. Если человек перестает участвовать в конкурсах, значит, он никогда и не был конкурсным человеком. Если ты уже однажды вошел в это состояние вот, погони, скажем так, то ты уже не можешь, это как плохое слово «игла», но ты уже не сможешь с нее слезть. Это определенный психотип. Ты все время находишься в состоянии соревнования. Ты соревнуешься по любому поводу. И, в принципе, кто-то скажет, что по жизни, вот жизненным качествам, это, в принципе, может помешать. Это может очень сильно как бы видоизменить человека, но как качество профессионально быть конкурсным музыкантом очень важно. При той конкуренции, которая существует в нашем музыкальном мире. Все хорошо. Жизнь продолжается. Да и тем более, через 4 года будет еще один конкурс Чайковского. По возрасту я пока туда прохожу. Поэтому, может быть, еще мы дерзнем. Да? Попытаемся сыграть. Может быть, тогда будет второй фильм. Вторая серия, да. Вообще жизни.
Вы знаете, вот сейчас, на данный момент, для меня только один вопрос существует. Это его отношения с Богом и его человеческие качества. Больше меня ничего не интересует. Ну да, сейчас он на данный момент... Даже как скрипач, вопрос, да. Не скрипач, пускай он не будет никем. Но мне важно, чтобы он был, у него сложились отношения с Богом. Для меня это сейчас важнее всего. В моей жизни была одна очень непростая ситуация в 2001 году, когда я переиграл руки. Тогда мы с отцом готовились к крупным международным фестивалям, занимались очень много, подчас не совсем правильно, и руки дали сбой. Просто нагрузка была колоссальная, руки бы, а сам он ребенок, играл взрослую программу. Занимались где-то, вот, если к фестивалю, там куда-то, если ехать за границу, а там нужно было концерты с оркестром, то занимался, иногда приходилось заниматься и 8 часов. Ну, для ребенка еще с неокрепшими мышцами, это я сам педагог, я знаю, что это такое, это крайне сложно. 2 года мы как лечились, как будто бы. То есть она как будто бы начинает проходить, только нагрузку дает, и опять идет срыв, то есть рука не шевелится. Я спрашиваю, тебе больно? Нет. А импульса вибрации нет совсем, то есть рука не шевелится вообще. Визуально я был абсолютно здоров. Я мог руками делать все то же самое, что делает любой человек на улице, но как только в руки я брал скрипку, я совершенно не мог сделать вибрацию. Вибрация, как я уже говорил, это колебание левой рукой. Мне совершенно не получалось это сделать, именно играя на скрипке. Как только скрипку я клал в футляр, я мог руками делать все то же самое, что делает человек в обычной жизни. Что только мы не делали. Это были иглоукалывания, это была глина, которая покрывали руки. Мы ходили к врачам, делали УЗИ, брали анализы. Делали парафиновую ванну, накаляли, чтобы она была как вода жидкая. А это, представляете, какая температура? Взрослый человек эту руку не опустит. А ему говорили, что ты должен опустить эту руку и держать там, пока парафин весь не засохнет. Слезы были, когда током пробивали каждую, был такой агрегат, когда пробивали током каждую мышцу, проверили, живая, не живая. Я видел сам, как это искры тока были, как он кричал. Нашли самого лучшего точного массажиста из Сочи. Я видел, как он плакал, кричал, как ему было больно, потому что он нажимал на самые болючие места. То есть через все прошли. Все что угодно было, но ничего не помогало. И около 3 месяцев на скрипке я не играл. Были сорваны концерты. Все говорили, меняйте профессию и все. В нашей семье была традиция, летом мы отдыхали в Сочи. Я прочитал в Писании, что кто болен из вас, то призови пресвитера, сделай еле помазание, и по вере вашей да будет вам исцеление. И я супруге сказал, Таня, мы едем в Сочи. Я, к сожалению, не помню фамилию этих людей, но я помню точно, что он был пастором в одной из сочинских общин. И он это сделал. Принесли Писание, принесли елей. Мы стали в круг, взялись за руки, и он попросил начать меня молиться. И тут то время, когда я открыл рот, вот перемкнуло что-то здесь, и пошли потоки слез, короче говоря. Мы молились, мы читали много Библию. И я помню свои ощущения, которые были тогда. Мне сложно их описать, но это было что-то очень сокровенное и тяжело объяснимое. Перед тем, как случится проблемы с рукой, мне снился сон. У меня вообще очень часто сны снятся вещи. И снился сон, что его большая огромная черная собака схватила за левую руку. И она осталась у него висеть. Но на тот момент я не придавал значения этому сну. Приснился и приснился. И вот уезжая в ту ночь, когда мы сели в поезд, только я засыпаю, и снится сон, что опять он стоит, тот сон мне приснился, он стоит, висит собака черная, и он рукой взмахнул, и собака упала с руки. И я вскочил, ее разбудил и сказал, Таня, Давид выздоровел, все. Прошло буквально несколько дней, я взял инструмент в руки, и я сыграл абсолютно все, что играл когда-то. Рука была абсолютно здорова. Абсолютно.
и вибрация, и любые переходы, она перестала уставать. И с тех пор никогда проблем с руками у меня не было. И для меня это, конечно, опыт, который в очередной раз мне доказывает о том, что без участия Бога порой нельзя преодолеть в жизни какие-то ситуации, которые ты думаешь, что ты преодолеешь их сам. Бог, безусловно, необходим. Если бы не тот случай, я думаю, что вряд ли я бы продолжал бы играть на скрипке и добился в своей жизни того, что добился сейчас. Тогда я четко для себя понял, что Бог есть, что Он со мной. Все? Что все? Все. Это, я должен сказать, все. У меня все. У тебя все, да? По-моему, что-то было такое интересное, нет? Солист, лауреат международных конкурсов Давид Ардуханян.